Him I, Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Шалом, друзья! Сегодня 26 мая. Я сегодня хочу поделиться с вами посланием от Господа. Евангелие от Матфея. Ишуа говорит такие слова в Нагорной проповеди. 44 стих. 43. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего своего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь над праведных и неправедных». Мы видим в этом местописании, что Ишуа говорит, благословляйте проклинающих вас. И это он говорит не потому, что мы стали такими духовными, или не потому, что мы стали такими сильными, или не потому, что мы стали такими умными. Иногда этого делать совершенно не хочется. Особенно, когда говорят какие-то неприятные вещи в твой адрес, в твою жизнь. Особенно, когда тебя обижают. Особенно, когда тебе не возвращают долги. Как можно благословлять, кажется. Но Ишуа говорит, благословляйте. И это не случайно. Потому что читая Танах, мы видим, что евреи, как народ Божий, они были призваны быть народом священников и стать благословением для всех окружающих народов. И Писание говорит, что сегодня многие верующие, которые приняли Ишуа Мессия, они становятся соучастниками в труде Божьем, который Бог приготовил для народа Израиля. В послании Петра пишет 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призывавшего вас и смыв чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Писание говорит, что вы народ Божий, вы священство. Что входит в функции священства? В функции священства входит ходатайствовать за Божий народ, ходатайствовать за Божий народ перед Господом и от имени Бога говорить послание в жизнь Божьего народа. И то, что говорит Ишуа Мессия, он говорит, благословляйте. Эта работа была священников. И сегодня мы, как верующие Нового Завета, как священники Нового Завета, понимаем, что мы сегодня призваны стать благословением для окружающего народа. Мы призваны благословлять. Это не просто потому, что мы духовные или потому, что мы сильные, а потому, что Бог поставил нас в определенную позицию и дал нам власть и полномочия быть благословляющими, быть благословением для тех людей, которые встречаются нам на пути нашего странствования на этой земле. Я хочу вам прочитать еще один отрывок из священных писаний. Послание к евреям, 5 глава. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах». Я хочу обратить ваше внимание на то, что говорит Писание. «Могущий снисходить к невежествующим и заблуждающим». Это позиция священника, который может спуститься, сделать шаг вниз к тем людям, которым, возможно, не хочется служить, к тем людям, которых, возможно, не хочется благословлять, тем людям, которым, возможно, не хочется помогать. Но это позиция человека, который имеет четкое понимание того, кто он, того, к чему он призван, того, что Бог поручает ему делать, быть благословением, быть благословляющим. И это сегодня привилегия для нас, как для народа священников, благословлять окружающих нас людей. Я сегодня хочу, чтобы мы услышали это послание, потому что в нашей жизни будут такие ситуации, и неоднократно, когда у нас будут испытания, трудности, проблемы, когда люди будут делать нам больно, и нам не всегда захочется быть именно этим благословением для этих людей. Но Ишуа Мессия, Он пришел на эту землю, умер за наши грехи и воскрес на третий день для нашего оправдания, чтобы в конечном итоге мы все стали благословенны. Он взял на себя наши немощи, наши проклятия и совершил этот обмен. Он дал нам благословение, чтобы через нас мы могли благословлять народы, мы благословлять разных людей, которые будут участвовать в нашей жизни. Я хочу сегодня помолиться вместе с вами. Я хочу сегодня благословить вместе с вами людей, которые живут вокруг нас.
Это наши соседи, наши друзья, наши знакомые. Это те люди, возможно, которые сегодня делают нам больно и обижают нас. Всегда помните, что священник, он может снисходить к невежествующим и заблуждающимся. Возможно, эти люди не до конца понимают. Возможно, эти люди не до конца знают. Возможно, эти люди в какой-то оказались плачевной ситуации и на эмоциях сделали нам больно и нам неприятно. Но священник, он может снисходить. Он может опускаться, он может сделать это так, как сделал Ишуа Мессия. Он оставил славу небес, пришел на эту землю, облегся в плоть и сделался благословением для всех нас. Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы к Тебе приходим сегодня во имя Ишуа Мессии. Мы благодарны Тебе, Господь, за тот труд, который Ты сегодня поручил нам, как народу священников, быть ходатаями за этот народ, за эту землю, быть ходатаями за людей, окружающих нас, и стать теми, кто благословляет этот народ. Потому что Ты сегодня дал нам полномочия и дал нам власть, и мы призваны, чтобы нести благословение для окружающих нас людей. Я прошу сегодня, благослови нашу землю, благослови, Господь, наших родных, благослови наших близких, благослови сегодня тех, кто встречается нам на нашем жизненном пути. Помоги нам, Господь, снисходить, помоги нам, Господь, опускаться на уровень людей, которые не всегда понимают то призвание, которое сегодня Ты положил в наши сердца, в нашу жизнь, чтобы мы сегодня были именно священниками, которые представляют Царство Небесное, которые понимают свою ответственность за происходящее сегодня на этой земле. Мы должны благословлять, мы должны молиться, мы должны нести послание о Царстве Небесном, чтобы люди, смотря на нашу жизнь, они были благословены тем, что мы делаем для них. Я благодарю Тебя, Господь, мы все Тебя благодарим, мы славим Тебя, мы величаем Тебя и молимся во имя Ишуа Мессии. Амен. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.